пригороде Владивостока молодой нетрезвый мужчина на легковушке попал в аварию. Своим поступком он разозлил отца. ДТП случилось утром. Участниками происшествия стали водитель автомобиля Toyota Crown и шофер Toyota Alphard. По словам владельца Микрика, он двигался по 4-й восточной в сторону трассы А370 Уссури, шел прямо без изменения направления со второстепенной дороги с улицы Разина. Резко вылетел Краун и мордой уткнулся в правое переднее колесо Альфарда. Водитель микроавтобуса не смог избежать столкновения с легковушкой, благо в ДТП не пострадал. Ехал мне навстречу по другой полосе автомобиль, то есть я даже не мог уйти от столкновения. Тут вот выскочил Toyota Crown. Все. Все произошло. Водитель пьяный был. Как это ощущалось, чувствовалось? То как ощущалось, чувствовалось? До сих пор чувствуется сейчас. Вот восстанавливать машину не знаю как. Мужчина рассказал, что из салона Крауна вывалился целый табор нетрезвой молодежи. От водителя седана за версту разило алкоголем, но он держался на ногах. Вы с ним как-то общались, разговаривали? Ну, подходили они, там их много очень было в машине, полная машина, все нетрезвые были. Там пытались как-то там водителя какого-то своего, там страховки нет у него, короче, все как-то так. А просто нам сказали, что здесь вроде как подростки. Подростки, но они там 20-21 год. То есть все совершеннолетние. Понятно. И как сейчас будете восстанавливать? Не знаю, как-то через суд. Увидев камеру, водитель Крауна забаррикадировался в автомобиле сотрудников ДПС, в котором общался с полицейскими. За объективом видео пояснил, что с коллегами отмечал новогодний корпоратив. Было весело, праздник подходил к завершению, а драйва ох как не хватало. Тогда он взял отцовскую машину, посадил в салон друзей и автомобиль пустился покорять пригород. Наряд ДПС предложил водителю легковушки пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. И теперь у молодого мужчины будут большие неприятности. Отец очень зол на сына.